Здравствуйте, дорогие дамы и господа, да благоволит к нам Господь. С вами Джон Клюкер и Грибобас. Каляйка и Пикачу. Пикачу — это в колясочке девочка маленькая. Грибобас, сегодня последнее воскресенье августа. Да. Чем знаменателен этот день, Грибобас, ты помнишь или нет? А вчера давали концерт. Днем, ну, концерт это заранее даю. А, поздравляю Джон с... Поздравляю всех с Днем Шахтера! Ура! Ура! Все. Счастливый. Грибобас. Да. Я спрашиваю, если бы ты был бы генералом бы российской армии, ты бы каким был бы генералом? О, генералом? Да. О, я не знаю даже. Короче, он подумает, потом расскажет. Я подумаю и скажу попозже, да. Все, всем здоровья, удачи. И достатка, да. Хорошего настроения. До свидания. Счастливо. Дорогие друзья, зрители, по скриптум, Грибобас говорит, здесь будет салют в 8 часов, да? Да. 8. Московское время у нас. Да. Каляйка говорит в 9, но точно не знаешь, это в городе, да? Ну, в городе в 9, а здесь, на поселке Южном, 8. Понятно. Ну все, теперь все, пока-пока. Пока-пока. Гуляем у нас мошки, сейчас я покажу у Грибобаса на штанах, на темных штанах сколько ее. Сейчас потеплело, а ну тут маловато сейчас. Маловато, да? Не знаю, так видать нет. Как тепло, сразу же мошка начинает одолевать. Мошки много. Ух ты. А мазь помогает, нет? Помогает немножко. Ну, я не стал мазаться, я мне-то до магазина пока. Угу. О, Алиса хотела вам помахать ручкой и сказать пока-пока. Пока-пока, Алисенька, да? Пока-пока. Ручка машет. Достатка, да. Хорошего настроения. До свидания.